Харьковской области загорелись склады с боеприпасами. Информацию подтвердила Минобороны Украины. Данных о жертвах пока нет. И тем не менее, уже организована 7-километровая зона безопасности, так как ЧП спровоцировала детонацию зарядов. Прокуратура не исключает, что причиной пожара могла стать диверсия. На место происшествия вылетела комиссия с высокопоставленными военными, чиновниками и офицерами.